Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Продолжаем изучать Тору. Слава Богу, что есть у нас возможность такая, что есть возможность изучать Тору. Это очень повезло, можно сказать. Повезло. Потому что если человек не изучает Тору, то он изучает что-то другое. Правильно? То есть он человек же должен что-то изучать. Мозг человека так устроен, что он ищет, ищет знания, человеку любопытно, интересно. Если нет Торы, то тогда, тогда ищешь что-то где-то и находишь не то. Есть люди, которые верят вообще в какие-то такие непонятные сказки, удивительные. Да, всем доброе утро. И, значит, мы сейчас находимся в главе Берешит. Я сейчас немного расстроился. Как раз такая самая интересная глава. И вот я вчера потратил впустую там, несколько часов своего времени вечером. Хотя мог бы ее поизучать глубже. Прям удивительно такие вещи. Но знаете, какая самая большая проблема? Самая большая проблема у человека, когда он думает, что он знает. И когда ты думаешь, что ты знаешь, что ты уже туда не, как бы не заглядываешь. Уже тебе не интересно. Ты ищешь то, что что-то новое. А вот из-за того, что я уже 23 года читаю глава Брешит, мне кажется, что я уже знаю. А по факту то, что ты прочитал в каком-то состоянии, это совсем по-другому, чем ты читаешь через год, еще через год, еще через год. То есть, можно, в принципе, вот ничего, кроме книги, даже ничего, кроме главы, бы решить не изучать. И каждый раз, когда ты меняешься, тебе будет открываться что-то новое. Значит, это глава сотворения, сотворения мира, сотворения первого человека. И мы дошли до того, что мы изучили, что был Шаббат. Шесть дней было творение, значит, потом был Шаббат, и вот, значит, после Шаббата. После этого написано так, что, сейчас, секундочку, все сотворен, был человек шестой день, потом был шаббат, и после этого опять идет новое, как бы новый слой повествования. И вот происхождение небес и земли, как сотворил их, Бог их сделал, Он их сотворил, именно есть опять этот глагол, из ничего, Он из ничего в... Он создал материал и потом сотворил. И, значит, создал Бог землю и небеса. То есть, все это мироздание создано, оно не создалось случайно. Главная идея, вот, которую нужно сделать, так подвести черту, что весь все это мироздание, в котором мы живем, оно сотворено единым создателем. И этот создатель, когда его сотворял, у него была цель. Это не случайно, вот какой-то мир, который вот он случайно как-то развился, он ниоткуда взялся. Да знаете, есть такое сравнение, как-то один, который сомневался, он говорит, ну а может случайно все-таки, вот может же, что случайно. А второй ему говорит, ну вот представь, что ты идешь, у тебя мешок и в мешке, черни, в мешке буквы, например, да, буковки, разные буквы. И ты идешь, и у тебя дырки в мешке, и буквы сыпятся. И вот они буквы сыпали, сыпали, сыпались и потом идет сзади человек и читает поэма Пушкина, там, что буквы, которые сыпались случайно из мешка, сложились в поэму Пушкина, там, какую-то поэму, да, Евгений Онедин. Так он ему говорит: ну, это может быть, как ты думаешь? Тот говорит: не, ну не может быть. Но ну, как, бы как бы буквы не сыпались из мешка, ну не могут они в пойму сложиться. Он ему говорит: ну а как же ты думаешь, что этот мир мог сложиться в такую вот уникальную структуру с миллионом шестьсот тысяч видов животных, с человеком и все? Если как это могло случайно сложиться, буквы не могли в пойму сложиться сами. А мироздание само, так он ему доказал, что действительно у мироздания есть творец. И вот дальше, когда все было сотворено, земля и все воинство их, дальше повествование идет про человека. И написано два Яцер а это Адам. «И создал» — уже <coughs> «Яцер» — это как художник или скульптор. «И со, создал Бог Всесильный» — уже появляется первый раз слово «Бог». Кэ кэ», вот это четыре буквы на имя Всевышнего. «Создал Бог Человека». Взял он из Афар Адама, я помню, когда-то я видел такое, как а, мультик, что типа из глины он его слепил, но это же понятное дело, что не из глины он его слепил, что из Афар Адама, что тело человека, это не глина, это вся таблица Менделеева, все есть в теле человека, железо, йод, там, я думаю, золото есть в каждом из нас, прямо золото, серебро, да и так далее. Вся таблица Менделеева. И дальше взял он как бы тело вот это из земли. Вайфах Баапав Нишмат Хаим. И он вдохнул в него написано Нишмат Хаим, душу жизни. Теперь вдумайтесь в это. Бог, творец мироздания, который сотворил все миры, вдохнул. Что мы хотим этим сказать? Если я вдыхаю в кого-то, то то, что я вдыхаю в кого-то, откуда выходит? Из меня, Значит, если вот этой вот как бы метафорой Бог вдохнул в него душу жизни, то, значит, этим передано, что Бог в него передал часть себя, как бы, да? Вот эта душа жизни, это божественное, то, что зашло в него. И, значит, написано «Ваеи ада Адам ленефиш хая» «И стал человек душой живой». Вот здесь есть в перевод Антилоса. Антилос это был такой комментатор, который жил 2000 лет назад. Он жил Антилас. Он был римлянин, который принял иудаизм. Говорят, что он был потомок то ли Нерона, то ли еще кого-то. В общем, он был очень великий мудрец, такой римский, который искал истину. И он нашел истину, и он принял иудаизм. И вот его комментарий уже 2000 лет. Это перевод на арамейский язык. В то время в Израиле говорили на арамейском. Это был разговорный язык. И он переводит, что душа живая стал человек душой живой. Он переводит в лируах Мимамела. Мималела. и стал человек духом говорящим. То есть, когда в него вошла божественная душа, то стал человек духом говорящим. То есть он начал говорить. Есть, я видел когда-то описание. Люди каждый пытается вот эту вот как бы метафоричный этот текст вставить свои какие-то понятные образы. И я видел такое объяснение, тоже, по-моему, это в книге в начале Натана Везера. Он говорит, что да, были вот эти вот обезьяны, как переходные, такие а, животные, высокоразвитые эти, ну, горилы, там еще какие-то неандертальцы, кроманьонцы, это были такие развитые, развитые обезьяны. И когда в одну из обезьян вошел вот этот вот божественный дух, то в этот момент вот эта обезьяна и стала Адамом. Такую я видел версию. То есть он пытался объяснить это с точки зрения, что, что не появилась новая какая-то такая обезьяна без шерсти, которая человек, а была реальная обезьяна с шерстью, какой-нибудь там Горила Ивановна такая, или Семеновна, Горилла Семеновна. Значит, и эта Горила Семеновна, значит, она вдруг в нее входит, входит Божественный Дух, и она такая, опа, говорит, вот это да, и становится она духом говорящим. Такая картинка. Мы не знаем, для Всевышнего легко было и создать нового, взять из Земли действительно, и появился новый такой вот э, человек. А может быть действительно Всевышний взял уже готовую гориллу и в нее, значит, вдохнул свою божественную душу. Э, потому что когда написано, и вдохнул Бог в рот божественную душу, душу жизни, то понятное дело, что и вдохнул в рот эта метафора, и тогда, может быть, и взял из земли, тоже может быть метафорой Но, но процесс нам понятен. И стал человек душой говорящий И насадил Бог всесильный, э, как то, что называется, Ганеден. Ганеден – это рай. И там он, пос, по, там он посадил человека. То есть он сделал какое-то красивое место, и там появился, там он посадил человека. И, значит, вырастали, все-все там росло, все было красиво в этом, в этом месте. И, значит, в середине этого сада было дерево познания добра и зла. Бытох Аган внутри этого сада. Эц Адаат Тов Вара. То есть, то, что мы... Прям я дословно перевожу. Эц это дерево. Адаат познание. Тов Вара. Добра и зла. То есть, там это было. И были там рети, которые выходили вокруг. То есть было описано некое устройство этого ганедона. Это было такое вот место физическое, может быть, это место духовное, не знаю. Значит, были какие-то рети, которые оттуда выходили четыре реки. И взял Бог всесильный человека и его там он посадил в этом ганедоне для чего? Ле авда уле шамра для того, чтобы его обрабатывать и охранять. Значит, вот здесь интересная вещь, что отсюда наши мудрецы учат, что Адам ле Амаль Юлад человек был создан для труда, что Бог его посадил в этот Ганеден даже в рай, но для чего трудиться, обрабатывать этот сад и его сохранять. То есть у человека изначально было задание не просто лежать кайфовать, нет такого, это не цель жизни человека лежать кайфовать, работать. Человек создан для труда. Для какого труда, над чем работать? На Торой, над своей душой. Но человек не должен отдыхать. Войцав Ашем Лутим Аля Адам Лемор. И приказал Бог Всесильный человеку, сказав ему, Миколь Эцаган Ухаль Он говорит, от всего, от всех деревьев сада кушай кушай. То есть есть в такое интересная такая есть вещь в Талмуде, что когда человек умирает, его спрашивают, ну как, ты в таком мире красивом жил, ты успел все попробовать, все увидеть, это же для тебя мир создан. Еще в Талмуде написано, что человек должен каждый день говорить, что весь этот мир создан для меня. То есть вот я есть, весь этот мир создан для меня. Этот весь мир, Второе мнение, он мне как цевет, цевта это как команда моя да, для служения Богу. То есть человек должен себя воспринимать как центр этого мира, и каждая жизнь каждого из нас уникальна, уникально нет другого такого человека с таким же отпечатком пальца, с таким же полностью лицом, структурой. То есть каждый из нас уникален, поэтому мир создан для меня, может говорить каждый человек. Значит, но дальше идет продолжение а дерево познания добра и зла, лоту не кушай от него, а ахалхомимена мод тамут. В тот день, когда ты скушаешь от него, умрешь, умрешь. Значит, а мы знаем, что он потом не умер, когда скушал от этого дерева. Так как мы понимаем эти слова? Станешь смертным. То есть до этого он был бессмертным, а после того, как он съел от этого дерева познания добра и зла, он стал смертным. И сказал Бог Всесильный, после того, как это все произошло, сказал Бог Всесильный, значит, лотов, лотов, нехорошо, иот Адам Левадо, быть человеку одному. Эсело Эзер Кенегдо, сделаю ка я ему помощника против него. Значит, Эзер Кенегдо, Раша объясняет здесь, он говорит так на это, что такое помощник против него, Заха Эзер. Если человек удостоился, то он будет ему помощник. Лозаха кенегдо лилахем. Не удостоился против него воевать с ним. Это помощник против него, имеется в виду женщина. Значит, удостоился. Значит, для Раши это было Кенегдо, это, он это объяснил против него, как что если он удостоился помощник, не удостоился против него. Есть другое объяснение. Малбим, Малбим объясняет, кто такой Эзер Кенегдо, кто такой помощник против него. Он объясняет, помощник против него – это тот, кто будет все время напротив него, все время будет ему помогать. Он не, не принес в этот против него негативный вот такой вот аспект, как, как отметил комментатор Раши. Он сказал, что, что Кенегдо всегда будет напротив него, будет ему помогать, он принес еду, она готовит, она стирает, она дом его детей воспитывает и так далее. То есть нет у него никакого здесь негативного подтекста. Значит, Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному, и сделаю к ему помощника против него. И сделал Бог всесильный, но тут же были уже все животные. Что, они были не помощники? Да, все животные тоже были помощники. И человек каждому дал название. Это бычок, это коровка, это там, курочка, это то, это то. То есть у него было много помощников. Все домашние животные, они же уже тысячелетия помогают людям, правильно? Откуда вдруг они взялись такие помощники? Там овцы, коровы, да, никуда не убегают. Все животные убегают. Когда они видят человека, они убегают. А коровы не убегают. Овцы не убегают, куры не убегают. Почему они не убегают? Потому что Всевышний их сделал помощниками для людей специально, чтобы они помогали человеку в этом мире выживать. И, значит, всех он им к нему привел, и человек дал им всем название. Дал он им название, дал им имена для всех БМО, для всех животных домашних, для всех ов, для всех птиц, вот этих вот летающих. И всем он дал названия. Но не было человека, который именно ли Адам, который был бы такой же, как Адам, не было ему помощника, такого, который был бы против него. Все время, значит, Раши пишет, отца Эзер». Значит, для человека он не нашел помощника. Хорошо, не нашел. Дальше, что написано, «Ваяпель тардыма И он человека усыпил, и пока он спал, взял у него одну из его, мы привыкли как бы в переводе читать ребро. Но вот это слово цело, это еще одна из его сторон. Взял он из него какую-то одну из его сторон. И значит, сделал он из этой стороны, из этого ребра, можно сказать, которое взял он из человека, сделал ему... Иша. Иша это женщина. Смотрите, есть название Адам. Адам это из Адамы взят, из земли взят. Это название показывает, что человек взят из земли. Потом есть название Иш. Иш это уже человек, да, тоже человек. И Иш это уже более такая высокая стадия развития человека. И Иша, женщина, она уже идет от человека. Не написано, что человек называется Адам, а женщина Адама, земля. Нет. Человек называется Земля называется Адама. Человек взял из Адамы, он стал Адамом. Потом он стал Ишем, он стал Ишиютом. Ишиют это слово вы говорите, которое значит личностью. Да, у него появилось самоосознание личность. И потом появилась Иша. Иша это как, как вторая сторона человека. Значит, все. Воемар Адам. Все. И сказал тогда человек, о. В этот раз это эцем меацми, это кости из кости. У басари и мясо из мяса моего. Лизота караиша, вот для нее, для нее имя классное Иша, да, я Иш, она Иша, Кими Иш Лухазот, потому что она взята, из мужа, из мужчины. Алькен, Язов Иш, это Авив, ему, поэтому оставит человек папу и маму, Выдавак бы что и прилепится к жене в Аюле Басары Хад, и станут они одной плотью. Значит, как это понять? Кто были родители, родители первого человека? Его родителями была земля, небо и Всевышний. Вот были его родители, и он от них отлепился, от родителей, стал человеком, то есть уже произошло какое-то разделение. Потом появилась жена, и он с женой соединяется, они становятся одной плотью. Что это значит? У них появляется ребенок. И в какой-то момент ребенок, вначале он прилеплен к родителям полностью, он от них зависит. Потом он от них отделяется, 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 отделяется. В какой-то момент он становится индивидуальной личностью. Но эта индивидуальная личность, она не наполнена, она это как бы половина личности, и он должен соединиться со второй половиной, стать одним целым, и из них должны опять пойти дети. Такая система, так работает этот мир, и если эта система ломается, то мир исчезает. Поэтому эта система не может сломаться, и она существует, но как только она сломается, мира не будет. Поэтому вся эта пропаганда, что человек выбирает пол, человек выбирает то, выбирает все, это просто сломать мир. То есть человек может же закончить жизнь самоубийством. И представьте ситуацию, парады самоубийц. Мы боремся за права, что каждому ребенку в школе надо дать пистолет, и пусть сам решает, убить себя или не убить. Это же свобода, свобода убить себя. Правильно? Значит, лишить его пистолета – это не свобода. Давайте, вот представьте, парады самоубийц, которые сейчас бы вышли бы и кричали бы, что каждый ребенок решает сам, убивать себя или не убивать. Но это, понятно, звучит очень, как сказать, звучит очень, ну, как-то, это странно. Но то, что ребенку говорят, что ты выберешь пол, когда вырастешь, это не менее странно. Это как убить ребенка, убить его психологию, убить его личность. Значит, дальше. Алькен, я зову выше, это уже мы прочитали. Вейушнейм Арумим, и были они оба голые. А Адам, вы что? Вылоид Башишу. Были они голые, и мужчина, и жена его, и человек, и жена его, и не стеснялись они. Тут все нудисты, конечно, они обрадуются, скажут, вот смотрите, значит, это значит, что они были нудистами, но они не были нудистами. Есть известный такой анекдот, когда один человек одетый пришел на нудистский пляж в костюме, в такой в галстуке, в шляпе, а его нудисты спрашивают, скажите, а как вы не ошиблись с пляжем вообще? В принципе, вы же одеты как не на пляж. Это нудистский пляж. Он говорит, а я нудист, он говорит, я нудист-извращенец. Я нудист-извращенец. То есть это такой смешной анекдот. Они не были нудистами, для них их тело было их одеждой. То есть когда человек, сегодняшний человек мы, у нас смешана душа и тело, и мы поэтому свое «я» отождествляем со своим телом, и мы должны на тело одевать одежду, чтобы закрыть, ну, чтобы закрыть, в принципе, не тело закрыть, а мысли свои закрыть. Потому что, когда человек видит голое тело, у него внутри включаются раскадровки, которые связаны с продолжением рода, и это, это мешает. Поэтому люди, чтобы не было этих всех раскадровок, они как бы прикрывают свою одежду. Но у первого человека не было этих никаких раскадровок. У него было тело и было его одеждой. То есть он себя отождествлял как свое «я», как пророки. Да? Они выходили из тела. Тело это было как одежда. И первый человек, он, он был не просто пророком, он был Духом Всевышнего, который вставлен был в тело. И он это тело не воспринимал как тело. Это была его одежда, как такой биоробот, в который он мог из него выйти, зайти. Весь мир был для него. То есть он был такой совершенно другого формата. Поэтому они не стеснялись, потому что для них размножение было еще совершенно не тем процессом, чем является у нас. И они не стеснялись. То есть они не были нудисты, они были просто по современным параметрам. Они не были как люди, как мы сегодня представляем себя. Дальше начинается самая непонятная история в Торе. Значит, мы чуть затянули, но давайте чуть ее почитаем. Ванахаш, Аярум, Миколь, Хайот. И там был какой-то змей, который был э, хитрый. И он был хитрый из всех животных, которые были в поле, которых сделал Бог Всесильный и сказал он женщине. Сказал он женщине. Змея сказала женщине. Да, говорит. Сказал Всесильный, не кушайте от всех деревьев сада. Такой Нахаш, он ей это сказал. Давайте разберемся. То есть, если мы представляем змею как змею, то, конечно, это вся странная история, что как змея змея говорящая, непонятно. Объясняют нам мудрецы, которые получили от пророков, что после сотворения мира животные они тоже не были как сегодня, человек не был как сегодня и животные не были как сегодня. И среди всех животных было удивительное такое животное. Вот сейчас есть говорящие попугаи, а это был змей, который ходил тогда на ногах. Представьте себе змей у него есть задние лапы. Он, и он умел разговаривать. Он умел разговаривать, и было проклятие змею. Потом мы знаем после истории, чем она закончилась, что Бог сказал: Теперь будешь на животе ползать. У него отпали ноги прахом питаться. До этого он питался плодами. И, значит, змеи перестали разговаривать. Но на тот момент это был говорящий конкретный змей. Животные были тоже на более высоком уровне развития своего. И он с женщиной, которая была взята из ребра мужа, и которая, которая была на уровне, не, не на таком уровне она была духовном, как Адам, как первый человек, она с Богом напрямую не общалась. А он ей сказал, что говорит, ты мой помощник, значит, поэтому тебе задание значит, сиди, жди меня, я сейчас буду там обрабатывать сад, а ты жди меня. От всех деревьев можешь собирать плоды, придем поужинаем, но ну, а дерево познания добра и зла, вот видишь это дерево, его не трогай от него плоды, и дерево не трогай, он ей добавил, да, он же муж, он, он думает, вдруг она там случайно облокотится и так далее, говорит, не трогай этого дерева вообще, добавил ей. Хорошо, значит, теперь этот змей а змей был говорящий, ему эта женщина тоже нравилась. То есть у них была любовная флирт. У них был флирт. Вот этот змей, животное, он на, на, эту женщину положил глаз. И он хотел, значит, на ней жениться вместо первого человека. И он был хитрый. Хитрый – это качество ума, которое, как шахматы, да, просчитывать. Бывает хитрость добрая, что человек по-доброму просчитывает что-то хорошее. Бывает хитрость что-то сделать плохое. Змей был хитрый и нехороший. И он, значит, прочитывал, как ему убрать соперника. И он женщине говорит, начинает с ней заезд этот, значит, так что Бог сказал: От всех деревьев нельзя кушать, а жень, женщина ему говорит: Нет, от всех плодов мы можем кушать, всех плодов этого сада. А вот от плода дерева познания добра и зла, Бог сказал: Не кушайте от него и не трогайте его, сказала она. Может, умрете. Ваем Ранахаш, Эля Ломот Тамутун. Он ей говорит так уверенно, знаете, как, как когда торговцы наркотиками, они уговаривают, попробуют наркотики. Да все нормально будет. Ну что ты вообще? Ты что, не мужик там, или это? Также этот змей говорит: Я тебе говорю, не умрете, говорит этот змей. Значит, Тиоде Элоим, что знает все сильные, что в тот день когда покушаете от этого дерева, откроются ваши глаза и станете вы как все сильные, знающими добро и зло. И вот тут дальше идет вот полностью нарушение заповедей, всех заповедей Всевышнего идет по следующей схеме. Ватереяиша, китоваец, и посмотрела женщина и сказала, хорошее дерево, хорошее оно для еды, Выйти тава улинаем, И она вожделение для глаз. То есть прям хочу. Знаете, вот люди, ну хочу я, ну не могу. Хочу я там эти, еду запрещенную. Венехмат аец стиль, И это э, приятное дерево для... Вот если подумать, так оно вообще приятное. Кто сказал, что вообще шаббат это... Шаббат же это отдых, отдых. Так, ну подумайте головой своей, если для меня отдых это пляж, так что Бог бы запретил мне пляж? Бог бы мне запретил, вот это она говорит. И это дерево, оно как бы э, приятно, оно для Леоскиль интеллектуально, да, вот прям смотришь, но ну непонятно, почему его нельзя есть. Все можно есть, а его нельзя есть. Ватиках мипирьо, и взяла она от плодов этого дерева ватухаль и съела. Вати, ватитен ватитен гамле ша. И дала она также мужу своему има вместе с ней ваюхаль. И он тоже поел. Вот это вот непонятно. Но говорят, что мужчина там голова, женщина шея. Говорят, что у женщины есть какая-то особая власть заставляет мужчин делать какие-то вещи, правильные, неправильные. В общем, мы видим, что он покушал тоже. Ватипа кахна и И открылись глаза обоих. Войдут теорумимым, и увидели и узнали они, что они голые. Что-то у них изменилось восприятие. Полностью у них поменялось восприятие. Это дерево, очевидно, было связано с каким-то изменением состояния восприятия себя и мира, с восприятием сознания. Я Хотел бы, конечно, ну вот еще раз разобраться. Тут есть много-много комментариев, что с ними произошло. Но, в общем, у них изменилось состояние сознания. Увидели они, что они голые. Вейт пару, тейна. И сделали они себе одежду из листьев тейна, это инжир. Вейасуля им хагурод. Сделали они себе какие-то пояса. Вейшмует коля шем олег И услышали они... Услышали они голос Всевышнего. Я на этом прервусь, потому что у нас уже сегодня время закончилось. Значит, я вам очень советую потратить в пятницу сегодня: не потратить, а инвестировать, вникнуть в эту недельную главу с комментариями, есть комментарии раши есть много комментариев, уроков. Это очень интересная история. То есть, вся суть это ДНК человека, ДНК человечества, ДНК отношений. То есть, это, это корень всего, что происходит в, от сотворения мира и до сегодняшнего дня в головах у людей, все есть в этой недельной главе. Там дальше идет очень интересно, когда у них родились сыновья Каин и Эвель. И как они принесли жертву в Богу. Каин убил Эвеля, потом да, родные братья, сыновья первого человека. С Богом разговаривали, жертвы приносили, и при этом один убил другого. То есть там есть, там есть алгоритмы, стереотипы и первые основы всего вообще, что происходит в мироздании сейчас и в каждом из нас. Вот, поэтому эту главу надо изучать, и мы будем, я думаю, к ней возвращаться. С Божьей помощью я тоже хочу посвятить пятницу, субботу изучение этой главы. И с Божьей помощью, чтобы у нас был шаббат шалом у всех, значит, чтобы было рифа Рифашлама, чтобы было Моше бен Ирина, Рита бад Бася, среди шарх Хулей Исраэль, среди всех остальных больных всего мира, чтобы все люди, которые выздоравливают и молятся Богу, чтобы Бог принял молитвы, и чтобы весь мир... Представляете, если пойдет волна выздоровления, она на всех пойдет. Это так хорошо, когда человек болеет, ему плохо, а потом он выздоравливает. И чтобы открылись глаза... Открылись глаза у всех. Хороший вопрос. Почему Эвель выращивал овец, если них не ели? Они, возможно, они шерсть уже к тому времени, люди, люди уже к тому времени были в одежде, и было уже холодно. И возможно, что Эвель, он выращивал овец для того, чтобы их стричь, их шерсть, и из шерсти делать э, прекрасные свитера, кашемировые разные, и одеяло, подушки, там и так далее, да. И молоко, сыр, опять же, может быть, они молоко и сыр овечьи ели, и это очень, наверное, вкусно им было. Хорошо, значит, все, всем шаббат шалом! Всего хорошего и встречаемся с Божьей помощью в воскресенье. Все счастливо. Ну и чтобы был мир, потому что понятно, что мы давайте все добавим молитву, чтобы закончилась война как можно, как можно быстрее.